Привет всем. Кто у нас здесь? У нас здесь Тайгер и Эминем. Здравствуйте, дамы и господа. Дам тут нет, тогда просто господа. Как у вас дела? Как поживаете? Что тут делаете? Что собрались? Какое событие у нас сегодня? Скажи, так пришли просто посидеть. Ладно, с Биошоком мы покончили на прошлом стриме. Наконец-то мы его добили. Игра реально была долгая. Ну или я просто долго проходил, не знаю. Мне показалось долгой. Вот. И сегодня мы продолжаем играть в Half-Life Number 2. И мы застряли там где-то в Рейвенхольме. Ну что ж, давайте потихоньку начинать. И потихоньку... Как это сказать? Короче, дальше двигаться. А, вот что я забыл сделать. Пардоньте. Я, короче, задался целью выполнить все ачивки в игре. Так что мне нужно открыть страничку, где этот гайд был по получению всех ачивок. О, это хорошо. Каникулы, скажи мне. Я только вышел, только учиться собрался с силами. Такой чай, как все выучу, как сделаю. И тут же каникулы пришли. Вот гадкие каникулы, они всегда не в тему приходят. Плохо, да? Вообще ужас какой-то. Вот как теперь быть? Привет, Тайгер. Такс. Я не могу найти этот гайд. Он где-то у меня был, но вот только где? Попробуй вспомни. Прам-пам-пам. Пам-парам-пам-пам. Такс. А вот и... Нет, это все не то. Мне нужны руководства. Вот он, нашел. Ей, сейчас открою. Хотя реально можно было бы даже его открыть где-нибудь внутри игры в оверлее. Но этот оверлей так бывает, тормозит и глючит, что я даже не знаю, как поступить. Ладно, пускай пока на синем мониторе повисит. Все окей, Тайгер. У тебя как? Надеюсь, не хуже. Вот так вот. Все, по сути, мне нужно тупо... Так, какой нафиг учиться? В одно место школу, каникулы хочу. Да ладно, ты не надыхался, наверное, на больничном. Да не, все нормально, сказали через слезы. О, Томас пришел. Hello, Thomas. Glad to see you, man. Оливантер тоже здесь. Привет, Оливантер. Привет, привет, господа. Hello, kind sirs. Alright. Let's continue our Half-Life 2. Типа того. Капа. Че у тебя там, Тайгер? Все нормально. Не, Эмин, учиться надо. Ты так долго болел, ты должен немного позаниматься. Уши, ребята. У меня уши вылетели сейчас. Прям вот такие. I'm dead, сказали уши. О, Дэймон тут. Привет, Дэймон. Мистер Капа Тайм. Чего-то нас сегодня много. Я очень рад, что вы все пришли, ребят. Сейчас, секунду, мне надо игру прицепить к монитору, к экрану. И... Та-дам! Еп! Well done! Такс. Геймпадович, ты работаешь? Да, работает. Какая нафиг новая загрузить? Мы не ходим в Рейвенхольм. We don't go to the realm. Я думаю, все поняли. Так, что там происходит? Пришел из школы в 4 часа дня. Лег полежать, встал, уже 54 минуты прошло. Сел за уроки, смотрю на часы, 19:20.
Ты просто сел за уроки или ты реально до этого времени их делал? А чё микрофон такой тихий? Здравствуйте. Чё, реально тихий? Ребят, скажите, какой у меня микрофон? Потому что либо я сам тихо говорю, то ли реально микрофон у меня что-то сломался. Мой халатоподобный кафтан сделался. А, ну молодец тогда, поздравляю. Мороженку заслужил, и стрим посмотреть тоже заслужил. Как звук, как вам микрофон? А то вон Дэймону тихо. Так, вот там вот ништяки будут, надо будет туда сходить обязательно. А, смотри, смотри, какие они там милашки, прыгают, прыгают. Что-то, по-моему, чувствительность очень низкая. Вот, как-то вот так. Alright. Так, а как бесит, когда один наушник не работает, согласен, именно нормально слышно. Так что, Дэймон, не знаю, делай чуть погромче, может. Или я просто тихо говорил. Не знаю. В общем, главное не забывать, что всех врагов в Рейвенхольме надо убить из Грейвенхольма. Это самое главное. Упс. Из грави пушки. Ауч, ауч. Worst player ever in the world in Half-Life. Jesus Christ. No. Биошок-то ты прошел? Да, Дэймон, в прошлом стриме его одолели, наконец-то. Наконец-то. То ли я отвык от геймпада, то ли он как-то странно себя ведет. Ну, хотя бы так. Да, мы прошли его, блин, и довольно неожиданно, знаешь, прям вот конец стрима и концовка игры, прям вот один к одному. Вот так вот удачно у нас все вышло. Так, иди сюда. А ты... Фонарем посвети. Да, как-то странно. То ли батарейки садятся, то ли сигнала нет. Геймпад очень странно все делает. Ну, для того, чтобы батарейки сел, он довольно-таки долго прослужил нам. По-моему, прям очень долго. Такс, кто у нас здесь? А-а-а-ха. Я помню это место. Такс. Интересно, засчитает нам это как убийство? Ну ладно. Упс. Hello. Упс. Come on, guys, come on! Good, so good. Какуля к нам пришел. Здравствуй, Какуля. Аллилуйя. Кто-то отвык от геймпада, я отвык от сна. Я про сон вообще молчу. У меня со сном какие-то особые отношения. Лично у меня. Какуля, рад тебя видеть на стриме. Как у тебя дела? Спасибо, что заглянул к нам. Так, мне надо не забывать про... Да, вот про эти места. Как сюда забраться? Может, коробка какая-нибудь? Или... По машинам? Так, куда она улетела? Кажись, я потерял свою... А, вот она. Спасибо. Такс. Короче, чисто с одной игровой пушки, это чисто для ачивки. Я хочу получить ачивку за прохождение Рейвенхольма с одной такой игровой пушкой. Вот мучусь теперь. А мы с ним поссорились. Перед тем, как уснуть, целых 5 часов смотрю в потолок, либо размышляю вечно. Такая же фигня. Но какой твой возраст, чтобы ты так страдал? Совсем плохо. Понимаю, когда там тебе уже к тридцатнику, там недосыпы сплошные, работы неправильные и так далее, и оно выливается. О, ощущение, что у меня... Да ладно. Я не помню таких параметров у геймпада. Но это довольно интересно.
То есть я... Раньше мне приходилось, короче, чтобы двигать камерой, вот так делать постоянно, двигаться, двигаться. А теперь я могу просто зажать, и он сам будет поворачиваться, прям как на этом. Как если бы я использовал вот этот вот типа. Ну ладно, попробуем, посмотрим. Да, я за эти 3 дня, которые учился, от силы спал 5 часов. Вот это что именем? А, ну понятное дело, ты выспался на больничном, да? Так, ты будь там, а мы покатаемся. Прыжок. Ноу! А, твоя. Я опять вместо прыжка нажимаю фонарик. Блин. У меня так стрим лагает, что пипец. Плохо, как Уля, очень плохо. Да что-то Twitch вообще какой-то развратный, я не знаю. Ну еще попробую. У меня есть 3 стрима на... Блин. Рестримы есть на YouTube и на Good Game. Ссылки есть на Twitch в профиле. Попробуй как вариант. Может, найдешь какой-нибудь свой способ удобный. Потому что ребята реально вот открывают чат от Twitch у себя в едином окошке и смотрят. Так, а где был? Смотрят, короче, стрим на YouTube либо на Good Game, и там вполне хорошо показывает, потому что сервер русский, что в Good Game, что у Ютуба, как вариант, да. На больничном я еще меньше спал, но там-то чего. А, кстати, я же сюда собирался, да? Damn it, crap, do it again, thank you. Как мне туда забраться? Камон. С машины прыгать я не хочу. Я забыл, как здесь ускоряться в игре. Прыжок, вот он. Хорошая попытка. Еще разок попробуем. Я должен туда залезть для получения ачивки. Да. Оливантер, что у тебя на стримах в ближайшее время? Ты во что играл недавно? Я совсем забыл, какая это игра у тебя была. Oh yeah, right. Обнаружен незначительный перелом. А, ну слава богу, хоть незначительный. А ну так прикинь, игру на 21 день минимум свернуть, короче. Ну Гордон руку сломал, ногу, то есть двигаться не может. Ребят, подождите, я на больничном такой. Окей, попробуем отсюда. We did it! Yay! Много непривычно. Это функция. Эй, лямбда локатор. 21 из 45. Отлично. Так, а выбраться мне... Как отсюда? Не так сложно, как казалось, да? Ну и замечательно. Сижу так, как-то мне вообще некомфортно. Сейчас Alien Isolation. Кстати, как у тебя там с ним дела? Да, сейчас что-то у меня чат провернулся. Сейчас, секунду. Так, вот так. Рядом с кроватью же телефон, он меня прямо зовет. Посмотри, как-то кто-то выжил. Ну, бывает. Не, ну тут надо себя сдерживать, реально. Тяжело бывает. Какие успехи? Далеко прошел Оливантер? Где ты там сейчас? Что это одна из моих любимых игр. Так-то лучше! Еще бы. Григорий! Чего? Ты уже встречал мою паству! So funny! Not so funny! Так, скиньте тут на Twitch, так, YouTube, а то Twitch вообще тупит. Кто у меня там модератор? Скиньте доброму какуле ссылку на YouTube, пожалуйста.
кошке наушники для телефона, планшета сгрызла. Сейчас я голодный, говорю, так как сам куплю на новый. Скажи, она, ты съела, вот тебе корм не достанется теперь. Буду тебе... Деньги, сэкономленные на твоем корме, будут идти на мои новые наушники, да? Жестко, конечно. Лекарства еще. О, я помню это место. Там стрёмно, Оливантер. Там реально стрёмно. Желаю тебе удачи. Но там вся игра, знаешь, как куда не дойдешь, там стрёмно. Боже, здесь стрёмно. И здесь стрёмно. Там, короче, везде стрёмно. Привыкай. О, загрузка, я испугался. Да, на моем канале, если сидишь, короче, в чате, то ты можешь получать по одному настроймику в минуту, это местная валюта. И там же Дэймон на Ривло дашборде на моем, ты можешь посмотреть, на что можно потратить все это дело. Так, ты мне не нравишься. Ну-ка, отвали. Отвали от меня. А ну. Короче, их так проще убивать, чем в них бить и стрелять, чем ты в них. Так, что там? Станислав Разумовский. Ура, нету лагов. Поздравляю, Станислав. Рад тебя видеть у нас на канале с Ютуба. Приятного просмотра. Она променяла провода на Китикет. Вот как так? Что за кошки? Вот у них реально бывают странности. О, к нам пришел Sugar Cube. Здравствуй, сладкий. Как у тебя делище? Рад, что ты заскочил. Как здоровье там? Не болеешь, надеюсь? Так, что-то здесь мне не нравится. И дверь автоматом закрывает. Как хорошо. Откройте чат в новом окне и смотрите на Ютубе, как я. Да, Станислав, я так и понял. Просто меня прикалывает читать официально, такая, знаешь, Станислав там. Да, алло, алло. Станислав, мы поняли, что это ты. Что ты какуля. Просто ты, знаешь, как... Ой-ой-ой. Что ты творишь, мужик? Изи, изи. Чтобы ты не пользовался гравипушкой. Нет, Тайгер, пожалуйста, нет. Ты испортишь весь стрим, правда. Я очень хочу пройти с гравипушкой. Потому что Рейвенхольм. Хотя бы Рейвенхольм. Дальше можешь покупать. Прошу прощения. Но ничего страшного. Мои боли — это цветочки для тебя. Для меня? Ты думаешь? Можешь не вставать, да? Ой-ой. Здрасте. Так, кто у нас здесь? Кажется, профиль для настроек контроллера изменили, и здесь очень странное управление стало. Надо привыкать заново. Мы попробуем. Такс. А где с юбилеем? С каким юбилеем, Эминем? А, у тебя день рождения было? Или я путаю что-то? С прошедшим, если что. А меня по-официальному никак? Ну, Sugar Cube, блин, ну... Ах, черт. Могу по-официальному. Просто я не сообразил, как бы, знаешь, там, после работы мозги не варят. Ну, стандартные отмазки, короче. Сам понимаешь, да? Я как-то не сообразил. Сахаров и Илья. Здравствуйте. Минус один. Стул... А, стул упал, черт! Может, аптечки сушить за дубастью? Не, кирпичом. Кирпичом надо. Блин, да что ж они такие тяжелые? Так, там что-то было. Нет, шкаф отстань, шкаф, успокойся. Так, где эта гадость маленькая? О, да. Я испорчу стрим, если закажу рисунок Вахи. Это вопрос или это утверждение? Да, ты можешь заказывать, что захочешь, это твое право, если не позволяет. Ты можешь заказать также, чтобы я не пользовался гравипушкой, но я прошу тебя этого не делать. По понятным причинам. Хотя бы на момент. Там потом, пожалуйста, сколько захочешь. О, господи! Мясо такое прям аж джух, полетели ошметки. Жескач. Так где теперь мой этот диск с пилы? Я не знаю. Оу. Ноу. Alright. Главное не упасть отсюда, иначе мы не справимся.
Я не справлюсь. Вы это, может, справитесь? И сюда, мистер Балонович. А, как неудобно. А, как непривычно. Надо было поставить стандартные настройки. Ну ладно. This is for you, my friend. Сейчас будет очень весело. А, это утверждение. Ну ладно, Тайгер, смотри. Так, блин, не поменял имя. А что ты хотел? Наш... какуля, наш... На какое имя ты хотел поменять? Что? Модератор Ревлобот. Эминем... 8000 настромиков? Ничего себе. Это был вопрос, это был не вопрос. Спасибо. Так к тому, что мое имя звучит только в одном варианте. А, то есть... Никакой официальщины, да? То есть у кого-то там... Станислав Разумов, либо там как-то попроще можно, да? Эх, на какулю, чтобы было привычнее. Эх, не переживай. В следующий раз обязательно получится. Слушай, они все померли. Такие печальные. Что-то чувствую, я сейчас обратно на настройки поставлю, на стандартные. Потому что этим почему-то мне не очень удобно пользоваться. Хотя выглядит очень... Оу, изи, мэн. О, ноу! Alright, так это прыжок. Окей. Как ты рисковато. Вот так вот. А, чёрт, отстань. Отстань, не подходи ко мне, спасибо. Так, со, с этими как разобраться? Ну-ка. Не достаю. Что-то у меня чаты с ума сходят, ребят. Стрим идет вообще, нет? Какие-то баги непонятные. В одном чате показывается сообщение, очень старое. Где-то вообще ничего не показывается. Want some more, my friend? Кейк саму. Так, кнопка ускорения в очень странном месте теперь. Нюп. One second. Так, а, ты убила птичку. Ну, все, что попадает с под руки, все. Все будем использовать, ладно. Так. Вот сколько времени не прошло, я обожаю движок Source. Я согласен, Станислав. Это реально круто. Вот игра в каком году реально вышла, да? А все равно смотреть и играть на не, в эти игры приятно всегда. Так, нычка где-то спрыгнул. Да, я знаю. Я просто пока с управлением могу разобраться. Не знаю, что я сейчас сделаю. Такс. Ага. Ясно. One second. Я сохраняю игру. И, блин. Из-за того, что я не включил режим Big Picture, я теперь не могу выйти и загрузить драйвера для своего геймпада. Может, кстати, поэтому кое-что и не работает. Тайгер купил Suggest Your Idea. Source 2? Ты клоун, он недавно вышел для дотки. Ну, перепутал человек, что вы. Так, я сохранил игру, я что-то не помню. Просто это Source обычный. Хотя Source для Counter-Strike, насколько я помню, был уже даже сам подтянут для Counter-Strike. Значит, первый. Да там вообще, если по названиям, иди в зюзю. Не сортись, господа, не сортись. Сортись, не сортись. Все у нас на Source. За определенное количество настроек ты продлеваешь время стрима. Ха. Идея неплохая, но... Сейчас, ребят, я на момент выскочу из игры. Come on! Кто что думает по этому поводу? За определенные. Вторая халфа для Сурса. Big Picture, включайся. Нет, пожалуйста, вернись. Please. О, другое дело.
Так, погоди, ты уже в Рейвенхольме, а в управлении не разобрался? Смотри, какую-то такая беда. Я играл в оригинальный Half-Life 2, да? И там я настраивал геймпад, это насколько я сейчас понимаю, что произошло. И сейчас мы играем в Half-Life 2 Update. С накрученной графикой, чуть-чуть, немного измененными текстурками, всякими приколюхами, короче, так скажу. Вот. Идея, конечно, хорошая, но Софина, ты хрен. Окей, хорошо. Вот, в итоге, чтобы начать с этого места, в апдейтерном Half-Life мне пришлось перепройти игру чуть-чуть заново. Ну, было время, я пробежался по ней, посмотрел, что там изменилось. Да, изменения есть, но незначительные. Так что ради всего этого... того, чтобы показать вам какие-то мини-мини-лизерные изменения в графической составляющей игры, с этим обновлением я пробежал все заново и начал с того места, где мы закончили в прошлый раз. Вот. А геймпад видит игру как новую. В ней настроек старых нету. Сейчас мы, по сути, будем конфигурировать геймпад заново. Так, сейчас шаблоны. Личные настройки. Вот, импортировать из сообщества. Label controls using... Что? О! Ладно. Поставим пока вот эти настройки, а игру запустим. Посмотрим, что он нам скажет. Пожалуйста, скипнуть можно? Please. Нельзя. Можно. На клавиатуре. 2-1. Так, загрузить. Что-то я не вижу. Эй, контроллер. Wake up, my friend. Так, сейчас. Настройки контроллера. Кстати, эмуляция вибродачи. Пускай будет. Настройки. Нет, не то. Где же я качал эти профили? Ну ладно. Попробуем играть. Я не знаю, почему я не могу выбрать себе... А, мышь, все. Все проще в разы. О, слушай, эти настройки еще лучше, чем старые. Ну-ка. Вот, вот, да-да-да, вот это удобно, кстати. Да, вот эти настройки очень удобные будут. Рисковато слегка, но надо просто привыкнуть. Так, с никакого... Вот так, спасибо. Вот мой диск, кстати. О, вибродача, крутяк. Как контроллер, я чувствую беспомощность. Что? Сори, я немножко туплю. Ты меня спрашиваешь, как мне контроллер, или... Что ты имеешь в виду? Почему нельзя эти бочки притянуть? Они что, вросли куда-то? Да. Они в залив какой-то, не знаю. Где мой кирпич? Я промазал. Держи. Так, мой диск, спасибо. Да, вот эта нычка, я помню ее. Так, а приседать на какую кнопку? Слушай, там кто-то есть, да? Так. Надо найти кнопку приседания. А, вот она где. Это мем. Я не знаком с этим мемом, прикинь. Печаль-то какая. А, это мухи взлетают. Ясно. И все? Только мухи? Тут мужику плохо стало, ребят. Это был такой себе мем. Ну ладно, все равно интересно узнать, что за мем такой. Как контролер, я чувствую беспомощность. Или я неправильно читаю? Что? А, здесь можно пройти, кстати. Я не помню, куда здесь идти. Здесь наверх на лестницу, да, все понял. Так, а здесь что? За этим сараем. Там кто-то плачет, я точно слышал это. Только что приседал. Да я знаю, я не мог найти кнопку. Я реально не мог ее вспомнить, найти. Эй, май! Они такие говорят, эй, май! Ласковый май. Для меня это нормально. Присесть, потом спросить, где кнопка приседания?
Нет, 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 он не должен был упасть, верно? О, как удобно. Как удобно, как прекрасен этот мир. Как прекрасен этот мир. А, нет! Ач! Пусть меня зовут сумасшедший. Ладно, ладно. Ведь ты есть моя помощь, сила и спасение. Вот так у нас вежливо. Станислав, привыкайте, вот так у нас вежливо. Если мы чем-то недовольны или будем ругаться, мы сделаем это красиво. No way, man. No way. Not today. Как-то рисковато приходится двигать курсором. Возможно, старая настройка даже поприятнее была. Тем, что... Так, не падать. Гордон, не падать. Мы должны... Вот. А, чёрт! А, ну привет. Спасибо. Ещё разок. Anybody here? No. Так, 22 тайника из 45. Запоминайте, кому надо. Да ладно, все нормально. Стас, не обращай внимания. Все окей. Сладкий, а ты не обижайся, что я говорю, не обращай внимания. Я постоянно несу какую-то ерунду и... Чуть-чуть. Давай. А, да. Смотри, слушай, они их пытались лечить, да? Такие сняли хэдкраба такой с этого куска мяса такой. Живи, мужик! Живи! Дефибриллятор! Бам! Аптечку! Я сейчас каш как будто в голове из-за одного момента. Так что я туплю. Из-за какого момента? Что за каша? Гречневая? Надеюсь, что да, она очень вкусная. Целый год ел. Гречневую кашу в армии. В стране она стоила дорого и была дефицитом, а я ел ее в армии. Без возможности. Да у нас ее избыток был. Пила не хочет притягиваться. А, последний момент. Да, yes. Да, конечно, давай возьмем стол. Зачем нам крюки какие-то здоровые? Почему стол не взять? Покрасили этого. Банку краски швырнули, белый стол. Ой, как ему было сейчас больно. Тебе кажется, Стас? Каша, наверное, манная, а момент связан с девушкой. Оу. Манка тоже очень хороша. Ну, раз ты начал об этом говорить, про моменты, я немного начал выспрашивать, и ты вроде как пошел навстречу. Расскажи нам, что у тебя там за момент был с девушкой? И по этому поводу ты еще подтупливаешь. Теперь он белый. Да. Белоснежка. Он больше не раб. Хэдкраб теперь не может его подчинить себе. Ты теперь свободен. Так. Блин, как же я помню этот момент, короче. Тут первый раз встречаем вот этих быстрых. Так, ну, патроны нам не нужны. Что сзади здесь? Вот поставил стандартное управление от сообщества. Вот приходится постоянно, чтобы разворачиваться, вот так вот пальцем двигать. Из-за этого получаются вот такие рывки. С одной стороны удобно, но как-то странно. Опять непривычно. Так, го красить зомби. Жалко, ачивки такой нет. А так я не против. Какой-то ты сильно добрый, Шугар. Это мой модератор. Это, знаешь, как говорится? That's my man. He's awesome. Вот. Боже, как же было страшно, когда первый раз здесь оказался. В жизни вообще в игре когда был. И вот эта шняга бежит такая на тебя. Run. Не подходи ко мне. Нет. Нет, пожалуйста. Фу. Меня начинает волновать твое прямо это правда. Станислав, он у нас очень, так сказать, не упрямый, а настойчивый молодой человек. Привыкайте, это его отличительная прекрасная черта. О, они тут на выгуле, смотри.
Hello. Арр, в сторону прыгнул такой. Арр. Ауч, так не пойдет, спасибо. Я зайду сюда и... Я не могу двигать, да? Класс. О, банки с краской. А давайте-ка мы покрасим мистера Хэдкрабика. Ой, он умер. Ауч, ауч. Все, сдох. Ну и славно. Будешь волноваться, когда прижмут переулок, а сейчас расслабься. Сладкий, ну ты даешь. Вот дела. Free the Hedgehog, free the zombie. Hello. Are you alright? Смотри, как попрыгнул. Куда он делся? Hello. Эти звуки ударов, короче, меня просто с ума сводят. Твоя пила как 13-я поправка в Конституции США. А что там за поправка такая? Расскажи мне. А, ну та самая. Все, это было тупо. Сори. Та самая, которая делает из, ну, этих ребят, короче, свободными. Я понял. До меня дошло. Спасибо. Все, можешь не объяснять. Все окей. Все в порядке. Да, коробками он меня бросается. Я тоже могу. Смотри. Нравится? Черт, я застрял. Спасибо, здравствуйте. До свидания. Мы сейчас сделаем этап. Да. Боже, это вот... Это одна из первых игр, в которых была более-менее вменяемая физика. И здесь она работала, ну, отлично. Боже, как же офигенно прекрасна эта игра. Я обожаю здесь эти эксперименты с физикой, они шикарные. Такс. Макияж. Слушай, макияж не работает. Держи коробку, мужик. Мужик, нужна коробка, нет? Наверное, нужно. Здравствуйте. А, кстати, батарея. Батарейка. Присядь, присядь. Спасибо. Я и забыл, что батареи можно отрывать и бросаться ими. Главное вспомнить. Такс, здесь есть кто-нибудь? Здесь нет никого. Хорошо. А, черт. Да, на мышке было проще, честно скажу. Так, здесь сейчас что-то должно случиться. Да. Классическая сцена из первого Half-Life. Зомби ломает дверь. И типа того. No! Сидите в углу и не подходите ко мне. Милашки, вы меня сейчас смущаете до смерти. Чёрт. Да. Когда прижмут переулки, ребятам будет больно. Само собой. А смех, да? Тут реально есть кожа. О, Эминус, спасибо за 10 рублей. За поддержку канала. Thank you so much. Так, возьму-ка я с собой батарею. Нравится? А так, нравится? Есть кто? Нет никого. Только аптечка. Так, а окно выпустить можно? Нет, к сожалению, нельзя. Я понимаю, металлические рамы, там все такое, но не пули... Не пули непробиваемая же. Alright. Так, я поднялся на самый верх. Нет, не сюда. Мало как, мне раз 8 пришлось понажимать сейчас по трекпаду, чтобы развернуться. Ау! Привет. Обнимашки как-нибудь в другой раз. Спасибо, друг. Может, почувствительно сделать это? Сейчас. Перестрелка. Сюда, брат! Подойди ближе! Да тут я. Тут я, все окей. Так, сохранить. Я хочу сохранить, потому что... Я припоминаю, что здесь будет как-то напряжно. Ты расшевелил ад! Это мне по вкусу! Вот, у меня есть оружие получше. Тебе пригодится. Лови! О, спасибо. Хорошо, держи это в секрете. То есть никому не расскажешь, что дал мне... Вот тебе мой совет. Дробовик? Целься в голову. Окей, хорошо. Они идут. Полея? В Ревенхолме нет покоя. Иди, я встретимся вижу. В церкви. Хорошо, обязательно встретимся, мужик. Я закрою дверь, нафиг. В этот момент в игре меня очень пугал, честно. Когда эти твари начали переть отовсюду и вообще жесть.
напоминает моменты из фильма «Чужой». Или «Чужие», там, знаешь, когда этих монстров полно вокруг, и они все пытаются тебя схавать. В хоррорах медленно поворачиваешься. Да, именно, слушай, они, походу, специально это сделали, я даже не догадался. Так, они сейчас должны меня, по идее, найти. Или не будут искать. Я готов, ребят, встретить их. Еще было бы это плавно, знаешь. Нет, какой дробовик, мне нужно вот это, да. Такс. Я слышу, они где-то рядом, но где они? Ноу! 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 Ааа, бежать! Чёрт! Дай прыгать! Чёрт! Ау! Отвали от меня! Слава богу! Ещё? Это реально было сейчас страшно, честно. Я был такой беспомощный. Реально машина Вентизикин какой-то, это так, спасла меня, реально. Физика. А, чёрт, нет. Чёрт, а сколько вас? Хец. Помощь. Не подходите. О. Стиралка на голове. Отлично. О боже, бедный. Настро... Вот ты почти правильно писал последний раз. Но ты букву R пропустил. Настромики. Не настомики, а настромики. Попробуй так. Слушай, а мы справились, да, типа? Нет, сенс надо либо поживее сделать, либо я не знаю, что... Как-то слишком медленно. О, мой диск! Он бы сейчас очень пригодился, когда эти твари побежали. What? Да, именно, сладкий. У меня ачивка. Пройти Равенхольм с гравипушкой. Хочу выполнить. Так, лучше сюда не заходить, иначе вот этот засранец нас просто зажмет. Так чем бы в него броситься таким? Все батареи уже поотрывал, да? Я знаю, что там где-то перепрыгнуть надо, но я просто хочу изучить, что здесь внизу происходит. О! Мы попробуем его освободить. Ты свободен! Иди, сын мой! Ты свободен! Ничего себе, уже час. В смысле, у тебя час ночи уже? Куля? Как там? Или о чем-то? Я туплю, короче. Так, мы его покрасили. Где мой диск? О, еще один пришел. Ну здравствуйте. Диск, кстати, да. Спасибо. Так, где этот мистер зомби? Белый и свободный. Смотри, я его убил этим. Разрубил пополам, он с него краска стерлась. Ну ладно. Я думаю, это не критично. Зомби такой хап и кит, мадафак. Да, именно. Вообще они такие крутые, брутальные ребята. Моя батарея валяется. Еще одна моя пила. Все здесь лежит. Так, я могу это взять? Я всегда ненавидел эту игру за то, что здесь всего три слота под этот... Под выстрелы гранатометы. Это было так обидно. Так все расстраивался, знаешь. Они такие выгодные. Раз, бам, выстрел, куча трупов. Но взять можно всего три, когда находишь четвертый, такой, черт! Я трачу один из трех, который у меня с собой, и беру четвертый, найденный. Потому что очень нравились эти взрывы, как все разлетается. Дай мне пройти! Спасибо! Большое спасибо! А, черт! Главное не упереться этой пилой в какую-то стену и выйти нормально. Чтобы не потерять ее. Блин, а ведь дальше будет хуже. Мы сейчас должны прыгнуть вот сюда. Подняться по лестнице. И к нам вот здесь вот начнут подниматься еще зомби. Да? Да. Фух.
Так, зачем-то я тут зубить умудрялся. Помнишь, сладкий, ты мне говорил, на Z зубить, на Z зубить, да? Вот на какую-то кнопку я тут зубил. Так, нет. В момент сражения я где-то видел, что я позубил слегка. Что это за кнопка была, я не помню. Эй, тут так мелко? Тоже не бассейн. Она делает, помню, как я четко к этой лестнице вышел. Специально для геймпадов, видимо, сделано. Чтобы не заморачиваться. Да, сейчас поднимаются. Слушай, их тут несколько. И пила улетела, зашибись. Я буду драться аптечкой. Нет, не канает. Слушай, здесь три. Как я должен здесь проходить-то? А, спасибо. Здравствуйте. Позвольте пройти. Спасибо. Хочу закрыть дверь с собой. Я закрыл дверь, хочу спать. А, да, нет. Сэр, я вас не пускал, спасибо. Нет. Я ненавижу геймпады. Я их терпеть не могу. Мне теперь интересно, засчитают ли мне ачивку. Я же выбираю загрузить, да? Я буду перезагружаться, потому что я выстрелил с дробовика, и мне это вообще не в тему. Ну хоть здесь сохранение. И на том спасибо. Так, бьем сначала от этого. А теперь... Я запутался в кнопку, короче, достал дробовик случайно, и все, и был таков. А как это было тупо? Да, это он. Что они делают? Чёрт! Дай мне коробку! Нет! Коробку дай! Нет! Дай! Всё, просто допусти! Всё, коробки не особо помешают. Наряд сюда. А, чёрт! Один скачался. Ой, скачался. Да дай ты мне баллон. Там баллон, короче, лежит. Я не могу его подобрать. Вот он. Дай сюда. Это тебе друг. Полный фейл. Я вообще в ужасе. И вот теперь, вот я буду сейчас идти до конца Рейвенхольма и думать, а засчитают ли мне ачивку? Можно ли здесь перезагружаться? Я знаю точно, было предупреждение по поводу одной ачивки. Дальше, когда мы доведем до берега, там нельзя будет наступать на песок в одном месте. Если наступить на него, то придется проходить все заново. Вот это фейл. Как здесь, я не знаю. Надеюсь, что не так же. Иначе трагедия. Я так мучился, страдал с этим геймпадом, целился тут. Я мог взять дробовик и поубивать их всех. А. Опять. Да вы издеваетесь. Я готов бросаться коробками. Чёрт! С фонариком вас засвечу. Слушай, не надевайся. Так его зажали на меня. Гадость. Держи деревяшки.
Сейчас я тебе не попал, и странно, что... Никакого эффекта. Вот, минус один хотя бы. Лом? Лом нельзя, только гравипушка. Сладкий, только гравипушка и все. В этом вся и засада. Нас занят меня. Всё. Спокойно. А, сейчас будет вторая волна. Класс. Где моя пила? Я готов, чтобы мне рвали мой пухан. Первый умрёт сразу. Да. Пила, 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 пила. Нет. А, черт, не попал. Сидеть. Сидеть, я сказал. Ууу, это было сложно. Дынь. Лифт, я так рад тебя видеть. Да ладно. Да ладно. Я возьму с собой коробку тогда. Ты-то не провалишься? Слушай, она тоже хочет провалиться. Сейчас внизу должен прийти... Внизу... Ой, ну здравствуйте, здравствуйте! Здесь должен черный прийти, такой, который таскает этих ядовитых. Лифт, ты предал меня, действительно. Ты был мне как брат! Я верил тебе! Ага, хорошо. Успею, кстати, нет? Нет, нет, нет! О, успел, слава богу. О, аптечка. Здравствуйте. А, черт, ядовитая! Нет! Нет! Беги отсюда! Слушай, на лету я его остановил. Прикольно. Беги отсюда! Фу-фу-фу. Че, еще одну бросишь? Да, ты был мне как брат, обнимашки. О, Китти Ханик нам жила. Привет, Китти Ханик, как все дела? Мы тоже по тебе скучали. У нас нормик, Half-Life 2 проходим. Какой-то мазохизм больше, а не прохождение. Потому что проходим его... Оооо, это было неприятно. Внимание, в крови обнаружена УВИ. Система жизнеобеспечения включена. Спасибо за Морфи. Ааа, Морфи какой. Китти Хуни. О, черт, нет. Слушай, я смог от меня отбиться. Как-то, но смог отбиться. Она не успела меня укусить, эта маленькая штучка. А, нос! Нос забился! Опять! Да, Китти Хуни, ты у нас редкий гость. Как тебе там работка? Ты там не упахалась совсем-то? Рада тебя видеть, безумно всех, уверен. Ну, кто не рад, там, тому по щам надо, короче, дать. Да. Да ладно, опять. Кто здесь? А, мистер Хаткраб, здравствуйте. Блин, они так стонут стрёмно, ужас просто. Мне реально страшно. Нельзя? Ну ладно. Физика. Это была физика. Блин, столько раз эту игру проходила, все равно Рейвенхольм для нас одна из самых страшных локаций. Ху. Упахалась. Хорошо, ебаже. Ну вот такой у меня, как его, сленг, не знаю, как это назвать. Не городской я человек, значит, не городской. Не могу я спокойно взять и сказать, что устала, что ли, утомилась. В каком-то такой же бардак. Какой такой же? У кого бардак? Где бардак? Не вижу никакого бардака, о чем ты? А, ты про тушня. Ты также с гравипушкой там тусуешься в комнате.
Ты осторожно. О, у тебя, кстати, никнейм сменился, Какуля. Осторожно, тебя матраса может убить. Знаю по своему опыту. Правда? Честно, меня убивало чем угодно в этой игре. Но... только не матрасом. Стоило, кстати, проверить. Кстати. Как насчет проверить? Сохранить. Сейчас. Новое сохранение. И... сохранено. Пойдем убиваться матрасом. Главное из комнаты вытащить все, кроме матраса. Опять загрузка? Да что ж такое? Да, именно так. Я загрузился, знаешь, как этот, как в матрице. А, что? Давай, матрас, прикончи меня. I'm still waiting. Come on. Нет, сумочка же самочувствие поможет в этом деле. I'm so sorry. Come on, матрас, прибей меня. Ладно, простим ему на первый раз. Maybe next time. У меня хорошо. Да, упахался. Вот сейчас включила в наглую комп на работе и зашла на стрим. Офигеть, ты дома вообще бываешь, нет? Ты там на стрим заходишь только с работы. Правильно, что в наглую. Пускай знают, что как можно так мучить своих работников, что даже им некогда стрим посмотреть. Спасибо, что... Но зашла к нам на стрим с этого, с рабочего компа, но будь аккуратна. Я не хотел бы, чтобы у тебя были проблемы на работе из-за какого-то долбанного стрима. Но я так и не поиграла, страшновато мне. Жаль, что не поиграла. Обязательно при возможности сыграй. Даже если посмотришь ее полностью весь на стриме или на повторах. Игра стоит того. Я сейчас бегаю с этой вот штукой, которая хватает предметы, тупо для того, чтобы получить ачивмент внутриигровой. Так здесь есть оружие и проходить куда проще. Так, кстати, это должно как-то работать, по-моему. Нет. Костер инквизиции, да-да-да. Убил кого-то. Продолжил бить матрас. Да, я такой, я вообще бессовестный. Маньяк просто, убивец. Кстати, наш диск надо не забыть. Кстати! Так, диск лежит. Так, присядь. Присядь, пожалуйста. А что, не работает? А, надо к ним включать его, блядь. Все понятно. Я забыл, что здесь отрывается. Капец! Так, у меня позади ядовитый хэдкраб. О боже, кому-то было сейчас очень грустно, вы слышали? О боже, как это было круто, вы видели, как их разметало? Твой стрим недолбанный, Лёш. А, да я так. Я сегодня полузомбированный, я не знаю. Рабочая неделя, по сути, на серёдке. Я уже устал так, как будто в 2 недели без выходных отработал. Я не могу почему-то отдохнуть никак. Мне, не знаю, не восстанавливаюсь. Поэтому говорю всякую ерунду. Боже, как вас много. Ау! Я не попал по нему. Это было нехорошо. Внимание, в крови обнаружено ОВИ. Я знаю, я вижу. Так, сейчас мы с вами повеселимся, ребятки. Козёр инквизиции. Козёр! Козёр инквизиции! Born in hell, my friend. Born in hell. Die already. Thank you for being here. Так, слушай, на них как-то это не особо действует, этот кусок бочки. Надо найти что-то поэффективнее. А, ну да. Come on, come on, мистер Бочка. Твое время пришло, Бочка. О боже, еще. Еще группировка. Да им нравится, я смотрю. Так, надо здесь пробежать по-быстрому. Слушай, они идут и идут, не заканчиваются. Откуда вы взялись? Там же тупик. Слушай, они что, бесконечные? Слушай, походу они бесконечные, да. Либо они тупо резаются здесь. Hello! Nope! Слушай, а здесь круг можно пройти, да? А, табуретка, стул. Ну-ка. Это тебе, друг. И табуретка сломалась. Так, у нас на повестке дня 5 зомби. И ни одного предмета для того, чтобы в них швырнуться. Пойдем на поиски какой-нибудь штуки. О-о-о. Интересно, а гранаты пришибить можно?
Нет, черт, эту гранату. Не хочу рисковать. Мало ли бабахнет. Да вы издеваетесь, да? Такс. Здесь что-нибудь? Здесь ничего. Ну, здесь что-то раньше было. Мертвый хэдкраб. Здесь. Нет. Не говорите, что я зашел в тупик. А, я сделал круг. Тоже неплохо. Тоже неплохо. Моя штука вот та здоровая улетела куда-то наверх, по-моему. Надо ее достать. Гордон, почему ты так невысоко прыгаешь? Гордон, ну ты такой Гордон. Ладно. Зомби куда-то ушли. Я думаю, мы не будем расстраиваться по этому поводу. И пойдем немного дальше. Что у нас здесь? Что у нас здесь? Кстати, полезные штуки. Так, где зомби? Зомби. Они заскучать уже успели. А, кстати, мой диск. Научился я зумить, короче. Это тупо на трекпад, на трекпад зажимаешь. Вон как кнопка, одна единственная работает. И все. MLG Pro. Да, только я не убил вот этого ядовитого. Руну вот так задолбать, да? Слушай, они опять треснулись, походу. Да. Да сколько же у вас здесь? О, спасибо. А, черт! Нет, не смей. Внимание, в крови обнаружено ОВИ. Нет, только не дробовик, спасибо. Черт. Оу. Так, обнаружены нейротоксины, введено противоядие. Спасибо, костюм. Так, мой диск. Ничего себе, он далеко улетел. Такой зомби лежит, такой. Да, то все потому, что я уверен, все прям внимательно смотрят, как я прохожу. И всем страшно. Постримить, что ли? Пострим. Давай, прыгай. Not today, my friend. Not today. Чё стримить собираешься, Дэймон? Что у тебя там на канале в данный момент? Так, где моя пила? Я опять ее зашвырнул куда-то. Куда-нибудь вечно ее запрасываю и потом найти не могу. Капец. А, вот она. Слушай, они не заканчиваются, правда? То есть схожу, брожу. О, а тебе-то как повезло так. Слушай, они не заканчиваются. Ау! Нет времени писать. Вот так вот. Чё-то ты в одной локации завис. Какое метро добрать на... А, метро. Метро классная игра. Да я не знаю, я думал всех зомби просто убить. Вот и завис здесь. Они, оказывается, тут ресаются. И все не хотят никак. Или ты имеешь в виду Ravenholm в целом? Если Ravenholm, то я чисто кайфую от этой локации. Поэтому я здесь так долго. Она мне очень нравится. А, вот так. Вот так. Обойти. Так, ребята. Это вам от меня. Развлекайтесь. Так, площадку передвинули. И можно... Да. Двигаться дальше. А здесь, кстати, должно быть два ядовитых. О, да здесь не два ядовитых. Тут этот... жутко зараженный дядька. А, черт, я понял, кто у меня там сзади. Бежать, 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 бежать. А черт, он не дал пройти. Спасибо тебе, мистер Зок. Блин, быстрый, быстрый. Я в корзинке задубашу, блин. Иди сюда, с аптечкой вместе. Ну-ка, куда ты ушел, друг? Что, быстрый, это реально проблема. О, как удачно, слушай, они загорелись. Вообще шик. То, что доктор прописал. Я так-то GTA руки не доходят. А, он будет стрим. Надо постримить стрим. Тут ядовитый меня реально напрягает. Так, я здесь пройду? По идее должен пройти. Нет, не должен. Hello. Так, и как-то где-то тут надо подняться, да? Ага, я понял. Чё? Давай, Гордон. Come on, Гордон.
Не тормози, Гордон, прошу тебя. Блин, как сложно-то на геймпаде играть в Half-Life. Я просто это место в реальности на клавомыши пробегал прям за секунды. Равенхольм был одной из мизерных локаций, на которой я даже не задерживался. Ну, негде было тут задерживаться, она очень маленькая. Сейчас играю, просто огромная для меня. Так, где эти засранцы? Получайте. Получите, распишитесь. Майс, бейб! Burn in hell! Special for you, my friend. А вот GTA-шка. Блин, это прикольно, GTA. Такс. Всё. Всё успешно, всё удачно. Отлично. Такс. У нас гости, да? Чёрт, да что, блин, так прикольно. Пожалуйста, Гордон. Спасибо. Давай, Гордон. Не желал зла. Никто не желал зла. Заходите, я вас жду. Где вы там? Все? Не хотите? Ничего себе, это опасно. Вот так вот, в полете, блин. Что, будешь сходить, нет? Такс. Смотри, стоит, стоит. Такие деловые ходят. Бля, вот этот влетел. Зараза. Вот это столом. Я вчера прошел Сталкер, Зов Припяти, и меня поинтересовало, что там бурмочат зомби. Вот это жуть. Да, кстати, я тоже слушал зомби во всех частях Сталкеров. Жутковато очень. Особенно, когда они если подкрасться и послушать просто втихаря, знаешь. Один там даже говорил такую страшную фразочку, типа, дочка, дорогая моя, я скоро к тебе вернусь, папа скоро вернется. Честно, даже мурашки таких фраз проходят. Да, Sugar, именно так. Что-то наподобие слышится, да. На самом деле там фразочка «О май год», типа «That's her», что-то такое. Ну, подобная фраза. Но ее воспроизвели задом наперед, и она реально частично смахивает на что-то русское. То, что ты сказал. Так, с батарейка. Пускай лежит, отдыхает. Так. Что у нас здесь? А, загрузка у нас здесь. Согласен, Кокуля, реально жалко становится. Но они же не виноваты, по сути, да? Что они зомбированы. Так, кто здесь? Окна не бить. Имущество казенное. Так, а здесь что? Я, кажется, понял. Та самая комната, в которой я... Глумился, так по-другому это не назовешь. С матрасом, с тумбочкой и всем подобным. Мне кажется, или Лёша часто лазает по Ютубу. А почему ты такой вывод сделал, сладкий? Ну-ка расскажи мне. Прямо просто интересно. О, кстати, здесь сейчас будет весело. Тут этих хаткрабов будет много. И там коробки, короче, всюду. С чего ты взял? Вот, мне тоже интересно. Выслушаем... Как это сказать? Догадки Сахарова Ильи по этому поводу. Очень интересно узнать. Давай, Гордон, это все лишь лестница. А, черт, нет, нет! Они сейчас закусают, заобнимают до смерти. Хотя бы одного убрать. Такие расстроенные. Нет. А ну отстань. Вот тебе коробку сверху. Надеюсь, я тебя пришиб. Ну что-то он там прокричал. Бутылка с реагентом, держи. Все для тебя, дружище. Так, больше ничего нет? Так, это кто сделал? О-о-о! Здравствуйте. Куда это мы вышли? А, я, кажется, понял. Кстати, я надеюсь, что в Рейнвудхольме я... О боже, нет! No-no-no-no! Я буду защищаться. Не подходите, я покрасил эту дверь. А у Дэймона тем временем 209 настромик. Это хорошо. Поздравляю вас, Дэймон. Где моя тумбочка? Черт, он же поднимется сюда, что ли? Зачем я голову поднимаю, чтобы заглянуть между тумбочкой прямо туда вниз? А, да, вот здесь.
еще один шкаф. Подходи, подходи, давай. Ну? Че, все, успокоился? Так, и где он? Друг, ты там где? Тебе стул явно не нужен. Слушай, он спокоен. Он познал в нирвану. По поводу сталкера и фразы про дочка. Недавно в топах ютуба видел ролик, где об этом говорилось. С этого сделал вывод, что Алексей тоже заходит частенько на ютуб и пялит. Звучит за различные видосы. Догадка неплохая, но, честно, я вот это видео, если видел, то видел где-то года полтора-два назад. Про фразочку. А вообще фразочку я сам слышал в сталкере. Сталкер я играл очень давно. Так, садись сюда. Сейчас буду с тобой разбираться. Да ну тебя нафиг, знаешь, мистер Зомби. Пойду-ка я сюда. Если смогу это сделать. Чёрт! Нет, обратно, пожалуйста, корм! Ладно. Забаррикадируем этого зомби и пойдем на улицу. Так и быть, так и быть. Слишком долго я здесь. Так, там доски сломались. Ух ты мой. Ты куда мне? Сюда что ли? А, здрасте. Ой-о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 й. Сделаем вот как-то так. Это я помню из своего прохождения на компе. В смысле, на компе. Я сейчас играю на компе. Своего прохождения на этом. На коловой мыши я помню, я так делал. Так, какой-то смайлик прикольный, Шугаркуб нам бросил Джокера какого-то. Прикольный, такой маленький такой. Так, в топ про сталкер выходит видео, если он недавно гуглил сталкер. Вообще сталкер не гуглил, вообще даже не трогал, если что. Так что это глупо, мне кажется. Кажется. Русский язык, такой русский язык. Попробуй пойми, как что правильно писать, да? Так, что здесь у нас? Есть люк. Вот как я здесь сейчас буду проходить с одной только этой штукой? Скажите мне, пожалуйста. Сейчас мы будем ждать вагонетку. Или это как? Вагон на нитке, короче, на тросе. Мне надо будет отбиваться от целой кучи вот этих вот быстрых зомби. Вот чем я буду отбиваться? Как? Я не знаю. Стасик не гуглил. Так, я сохраняюсь, потому что это будет потеря-потеря, если я сейчас тупо здесь откинусь. Ну... Была не была, мужик. А, вот и ты! Наконец-то! Я сейчас подниму к тебе люльку. Подожди немного. Окей, жду, давай. Терпение, брат мой! Хорошо. Терпение так. Держись, терпение. Брат! Я возьму аптечку, положу рядом с собой. Вообще их можно не пускать, хотя бы на одной трубе. Но здесь две трубы. Это реально отстой. Можно встать на трубу, и они не смогут забраться, по идее. Слушай, они умирать должны, если встать на трубу, по идее. Нет, они не умирают. Спасибо. А то я неплохо умираю. Джеронимо! Обнаружен тяжелый перелом. Тяжелый? Я еще хожу. И процентов у меня 97. Все в порядке. Спасибо. О, стресс уже. Черт. А вот теперь было больно. А сейчас я просто умру, наверное, да? Пока вагонет едет, я буду бегать. Бюджетный фуникулер. Точно, вот, я все время забываю, как эта штука называется. Фуникулер, блин. Всегда забываю. Так обидно. Слушай, а можешь здесь спрятаться внутри? Тупо дождаться. Где он? Так далеко! Ты вообще едешь, нет? По идее, должен ехать. Блин, спасибо. Меня зомби столкнул, короче, вниз. Давай, 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 Гордон, вперед! Беги, Гордон, беги, пожалуйста, Гордон. Эта дверь сейчас надо будет закрыть за собой. Фух. Давай, брат, слезай в люльку. Сейчас залезем, бюджет. Вот мне нравится слово бюджет. Он реально такой. Такс. Не нажимай. Ручник, брат! Сними его, давай. Спускайся! Снимаю, снимаю. Давай. Прям навести надо точно, короче, чтобы он сработал. Обалдеть. Goodbye, my friends. Девиз геймпадов геймер почувствует свою беспомощность. А это точно, прям вот в яблочко. Я никогда не проходил эту игру настолько тяжело. Мне реально тяжело сейчас, я аж чуть ли не страдаю. Но мне это нравится.
Приветствую тебя, брат. Наконец-то мы встретились. Давай обнимемся, дружище. Хвала тебе за то, что смог избежать моих ловушек. Они сделаны человеком, у которого когда-то было много времени. А теперь нет его ни на что, кроме спасения. Я вижу, ты не желаешь оставаться в Ревенхолме. Абсолютно. Давай я провожу тебя к шахтам. Ты так любезный, сэр. А что для меня? Пастух должен быть со своим стадом. Это хорошо. Особенно, когда стадо стало непослушным. Не работает. Следуй за мной, брат. И ступай легче. Ибо это священная земля. Священная земля. Хорошо. Сюда, брат мой. Слушай, я же ему ничем не смогу помочь. Мне ничем. Быстрее, брат мой. Да, ничего себе, на меня рявкнул. Мне страшно. Сюда, брат мой. Да иду сейчас, подожди. Я пытаюсь найти хоть что-то. Следуй за мной. Да иду, хорошо, иду. Сюда, брат мой. Слушай, он вообще не дает мне отойти в сторону. Негодяй. Так что, я про время совсем забывать стал. Я потерянный сегодня какой-то. Слушай, модный, смотри, в кедах. Что там про Apple? Сахар. Сахар. Шигарки. Я что-то не понял. Давай, бейся с ними, пожалуйста, защити меня. Я беспомощный. Гордон Фриман. Не туда смотришь. О, молодец. Давай, дерись. Заряжай свое ружье. Я помню твое истинное лицо. Это хорошо, что ты это помнишь. Сражайся, я верю в тебя. Там все будет? Хорошо. Сказал прямо в яму. Вот так я сижу. Обрети же истину. Держись ближе, брат мой. Да, да, сладкий. Я, короче, вот таким вот образом слежу за тем, что говорю. Всегда. Сказал и забыл. Они такие, Целься в голову. Целюсь в голову, хорошо. Договорились. Я разберусь, мужик, все окей. Дай мне прекратить твои муки. Такс. Мне нужно хотя бы один мой диск. Пожалуйста. Спасибо. О, вот это было круто. Тетрабы остались, черт. Жалко, нельзя вырвать этот могильный камень и им швырнуться. Жаль. А, еще есть. А, хорошо, давай. Я не завидую всем этим монстрам. Сюда, брат мой. Да. Нос заложил, черт. Так, кто у нас здесь? Ага, ясненько, понятненько все. Сколько вас здесь? Здравствуйте. Так, хотя бы одну бочку, спасибо. Так, по-моему, меня кто-то пытался ударить сейчас, да? Откуда взялись? О, да бичок. Будет земля тебе шухом! Я тебя спас, ты не должен, понял? Дай мне кирпич, пожалуйста, кирпич, спасибо. О, сейчас будет небольшая битва здесь, я припомню это. Будь ты проклят! Такой священник, будь ты проклят! Ты прям видишь, спасибо. Это я устроил, да? Наверное, я. Я мог такое сделать. Такс, это было очень круто. А бочку надо сохранить вроде бы, здесь будет больше. Если я не ошибаюсь. Ладненько, постоим вот так. Ревут они реально стрёмно, и у них очень жалко. Потому что ты но страдаешь жизнь. Я исцелю тебя, дитя мое. Я знаю, это ужасно. Мне очень жаль, что у тебя он тоже страдает. Побрызгай. Такой пошел наш какой-то. Брызг. Че, все? Ты все зомби? Мужик, пойдем. Да, окей. Следуй за мной! Быстрее, брат мой! Быстрее, брат! Так, сейчас где-то должен быть этот зараженный, такой ядовитый. Ладно, и так сойдет, я знаю. А, вот он где. Черт, стреляй по ядовитым этим засранцам. Мужик, стреляй по ним, давай. О, справились, хорошо. Слушай, ты в него стреляй, а я буду мелкими заниматься, давай так. Да
договорился с ботом, да? О, черт. Фу, справились. Хорошо. Жалко. Реально всех этих людей, которые хэдкрабы зомбировали, блин, их реально жалко. Поторопись, пока я держу ворота! Спасибо, мужик! Присесть. Надо вспомнить кнопку присесть. Hallowed ground. Прощай, брат. Боюсь, что отправляю тебя в темное место. Да осветит твой путь светлейший свет. Окей. Спаси же свою душу. Я никогда не заходил, может здесь и какой-то ништяк есть? Не, ништяков здесь нет. Ну и ладно. Да, ладно, ладно. Договорились. Спалю, приму капли. Либо мне должны были сейчас дать ачивку, либо я дадут позже, либо мне ее не дали, потому что я взял дробовик и выстрелил хотя бы один раз. Чё-то мне кажется, что мне ее не дали. Прикинь, страдал здесь, мучился. И не дали эту ачивку. Ревенхольм вышел. Мы вышли из Ревенхольма, не дали. Ой, как же было обидно. И как сейчас обидно вдвойне. Ладно. Я сейчас пойду пшикну себе в нос что-нибудь и вернусь, ребята. Это прям займет, я не знаю, секунд 30. Пауза. Небольшая. И теперь должно быть лучше. Сейчас еще чуть-чуть подождать, и они начнут действовать. Ладно, давай, Эминем, тебе спокойной ночи. Спасибо, что заходил на стрим. Был рад тебя видеть. Не болей там. У тебя скоро каникулы. Желаю тебе их провести как следует. А остаток учебного времени получить как можно больше хороших отметок. Чего-нибудь. Сопли пшикни. Что ли? Соли? У меня ничего нет, у меня только одни капли есть, и все. Такс. Нет, не дали мне же ачивку. Не дали, блин, ну как так, а? Ладно, я, будет время, пробегусь именно до Ревенхольма, пробегу игру, прям по-быстрому, ну не на стриме, и получу эту ачивку отдельно. На клавомыши все сделаю, по-человечески, а то реально на геймпаде это было прям садомаза. Что там принимаешь? А, то, что надо. А, very nice. Капли для носа, чтобы немного сосуды сужились и дышать можно было хотя бы. Хотя бы так. Так, ну-ка, спрыгивайте. Первый пошел. Слышите звуки? О, боже, как страшно. Слушай, а взять могу просто пушки. Я могу даже просто так ее взять. Не крови пушкой. Это хорошо. Так, это что сейчас было? Так, сок. Да, коксы для настроения. Ну, что-то вроде этого. Ладно. Кстати, я могу вызвать фишку с этими? Прямо во время игры. Оверлей мне нужен, стимовский. Стимовский оверлей, где же ты? А, ну конечно, кнопка стима большая, есть кнопка стима, я не знаю, как вызвать оверлей. Это я. Я такой, да. Так, я заскочу сейчас в руководствах в Life 2 апдейт. И сокращенное название, ну уж как так, а? Сейчас я его открою, посмотрю. Слушай, а здесь
в Big Picture моде доступ к сообществу куда удобнее, чем на в обычном оверлее или просто в стиме. Так, а как мне? О, тут даже ничего себе, на геймпаде так удобно просматривать комьюнити, вообще класс. В общем, необходимо пройти Ревенхольм, используя только гравипушку. Достижение получаем при выходе из шахт. При выходе из шахт на железную дорогу. То есть не все еще потеряно, ребят. Да, ты прав, сейчас будет дикое мясо. Там будут быстрые хэдкрабы, там будет вообще жесть. Так что лучше не разочаровываться, а все-таки... взять свои шары, короче, в кулак и проходить дальше с этим, вы поняли. С гравипушкой, короче. Так, главное не разбиться. Ау! That was a little bit hard. Мясо, да, сейчас будет добрый. О, Никитос нам пришел. Привет, Никитос. Ты посмотри, сколько их там бегает, боже. Я, кстати, когда первый раз пришел в это место, я упал. Летел вот оттуда. Зацепился за какую-то перекладину, и благодаря ей только смог выжить. Так, а в чем дело? Я не могу ее притянуть? Да ладно, тут расстояние-то какое. Точнее, никакое вообще. Вот, другое дело. Вот, упал вниз, короче. У меня несколько процентов жизни осталось. И я такой, как сейчас прям. Фигакс. О, нет. Я, короче, вот так вот. Да, я вот так вот помирал. Положение критическое. Да. Как это, кто это? Шугар. Это ж Никитос. Наш Никитос. Забыл, что ли? Распугай людей. Alright. Let's try again. Короче, мне этот диск особо не нужен. Я его просто брошу. А спрыгивать буду с какой-нибудь бочкой. Прощай, бочка. Раз. А вот это я возьму с собой. Так, ну-ка, Гордон, не тупи. Просто прыгай. Просто прыгни, Гордон. Спасибо. Еще раз. Еще раз. Еще много-много раз. Ау! Гордон, нет. Швырнул бочку, называется. Что надо было швырять ее гравипушкой. Ну, это я. А, кстати, сейчас по уму пробираемся. Как надо. Что, нервничаете, да, ребята? Возьму-ка я одну. Или еще одну. Или вот эту. Наконец. Вай-вай. Englishman. Really so English. Let's try again. So perfect speaking. Yeah. Прыгни верхом на почке. Кстати, а таким образом можно выжить вроде. Как вариант. Так, ну-ка. Давай, Гордон. Ау! Вот сейчас будет весело. Ауч! Ау! Ну притяни ты тут, долбанный! Смотри, он ни диск не притягивает. Я прям целюсь у него, он его не притягивает. Окей. Мне нужна вот эта штука. Спасибо. Так, минус один. А, чё? Я его не заметил. Внимание, крови обнаружено. Пациент при смерти. При смерти. Состояние критическое. Живи, Гордон, живи. Требуется медпомощь. Ау. Какой есть сладкий, что поделаешь? Никуда не денешься. Какой есть, такой дурак. О, аптечка. Зато жив, ты посмотри. Какой классный. Я в это мясо никогда в жизни вот так вот прыгая не выживал. Сейчас выжил. Я классный, я знаю, можешь меня не хвалить. Нет, не дробовик, пожалуйста. А, я ж истерически так крикнул, нет. Отлично. То есть туда я теперь не заберусь, да? Ну, вроде ж как-то можно, нет? А, спасибо. Ауч. Слушай, ядовитый. Тебя надо сразу ликвидировать. Ты мне не нравишься. Твое лицо мне не нравится.
Откуда вас такое понабежало-то? Господи, ты их видел, да? Кто здесь еще есть? Слушай, я же могу гравипушки просто толкать, чё я туплю? Ага, попасть еще надо. А, кусачи какие! Какие-то страшные! Что ты там лапами машешь? Прекрати! Хватит! Обнимашки не бесплатные, отстаньте от меня! 100 рублей за обнимашки, спасибо! Подходи по одному, буду делать... Смотри, они что, все не могут? Могут... Страйк! Еееее! Слушай, вы бесконечные, да, я понял? Как тебя зовут? Да. Ну ладно. Хотя там могла бы быть какая-то... ныкалка, не знаю, как еще ее назвать. Ты решил со мной пойти, да? Нет, нет. Слушай, они откуда ходятся? Кстати, когда я играл в бету... бета-версию Half-Life, которая до выхода официальной игры, в этом месте была такая штука, которая рожала этих крабов. Притом это был не Гонарч. Это была какая-то висюлька непонятная, стрёмная при этом. Слушай, я не могу забраться. Очень обидно будет, если там было место, знаешь, как назвать-то? Я не знаю, как это место назвать. Короче, там секрет был. Если мы его не взяли, это будет очень обидно. Тут завонялся, да? Жаль. Гордон худей. Да. Гордон, береги свою фигуру. Что вы здесь устроили, а? Совесть есть? Ну? Ау! Отстань от меня! Ты отстань! Так убежал. Кстати, эти штуки быстрые. Мне еще напоминают... как их называется? О, блин, ядовилка. Ядовилка! Они мне напоминают... Нет. Перестань. Замечательно, блин. Все счастливы? О, да, вы счастливы. Так, что ты тут делаешь? Ну что ты здесь устроил, а? Взял, перепрыгнул. Окей, ладно, фиг с этим секретом. Такс. Yes! Геймпадом перепрыгнуть такое место. Я на клавомыши не мог здесь перепрыгнуть, помню. Так, фонарик. Мы еще не закончили с тобой. И снова шахта. Бульк. Какая-то вода красноватая показалась. Надеюсь, показалась. О, я помню это место, да? Так, с патроны мне не нужны, а кислород заканчивается тем временем. Так, с меня взяли? Спасибо. Так, слушай, а он меня сможет отпустить-то? Если я его долбану этим. Нет, мне это не надо. Слушай, он меня сейчас начнет жрать, и я просто сдохну, да? Как мне вырваться отсюда? Спасибо. Обнаружен значительный перелом. Значительный? По-моему, очень даже значительный. Обнаружены легкие ранения. Я не знаю, как с помощью гравипушки высвободиться. Ах, название стрима уже не актуально. Да, Какуля, ты прав. Надо что-то с ним делать. Я когда ставил, я понимал, что так будет. Ой. Простите. Когда подбирал бочку с горючим, случайно убил этого черного краба. Знаю, что не актуально, просто не знаю, что с этим делать. Как бы, менять на лету не очень прикольно. Опс. Слушай, походу ему лучше не попадаться, да? Или с бочкой? С бочкой к нему подняться, да? Как вариант. Только бочку ему не надо отдавать, иначе он ее захавает втихаря один. Вот, так что... Да пускай будет, господи. Никто же все равно не хочет ходить в Рейвенхолд. Какой... Что делать? Что-то делать? В смысле? Это моя бочка, а ну, верни бочку мне. Бочка моя, ну, ё-моё. Слушай, а куда мне отсюда? Мне может дальше плыть, кстати? Ладно, дальше так дальше. Да, слушай, сюда дальше. Я думал, мне туда наверх куда-то надо.
А что с ним делать-то? Вроде нормальный чувак, хорошо себя ведет. Не, Кокуля отличный чувак. Слушайте, какое отражение в воде, да? Игра древнющая, а отражение нормальное. Притом даже такое отражение было в оригинале, без апдейта графического. По поводу... Ой-ой-ой-ой, как это все воняет. Так, ну-ка, поехали. Адская машина. Йоу, hello guys, how are you? Please, please. Главное, манку не трогай. Давайте, давайте, зомби, выходите скорее сюда. Ей! Найс. Хорошее изобретение, мне нравится. А что я сказал-то? Я не отвечаю за свои слова, если что, сегодня на стриме. Правильно. Манку хлебат. Хлебал. Я сегодня самый безответственный стример. Я что говорю и сам не знаю, что я говорю. Я здесь ни при чем, короче. Все, можно подниматься спокойно. Хотя нет, для начала я так сделаю. Ну, убивайтесь, убивайтесь. Черт, не убились. Такие идут. Это, короче, прикинь, это, короче, хаткрабы верхом на людях, как на лошадях, да? Я не хлебал, я хвастил манку. Так что надо различать. Свет в конце тоннеля. Пожалуйста, ачивка с гравипушкой, пожалуйста. Дайте мне ачивку с гравипушкой, пожалуйста, умоляю. Плиз. Мы вышли из Рейвенхольма, ребята. Мы выжили. Мы выжили, мы это сделали. Не, игра шикарная. И слова нет абсолютно. Чаечки? И я без ачивки. Ачивка есть! Есть ачивка! О, еще сдохнуть не мешало бы, да? Внимание! Обнаружена умень. Замолчи. Морфий ведет. Эй! О! Иди сюда! Ну-ка иди сюда! Иди сюда! Да. О! Даже подниматься не пришлось. Что, в коробках лежат дробовики, понимаете? Четыре дробовика. Я хлебал. Ей, а чего? Ей! Мы сделали это. We did it! Yeah! Что здесь сейчас будет делать со снайпером, я не знаю. О-о! Надо что-то взять тяжелое и пришибить его срочно. Давай! Come and get me, мазафака! Ой, черт, я промазал. Сейчас он реально get me. Беги, Гордон! Гордон, беги! Беги, Гордон! Да нет! А, уже можно. Че, это ублюдок, да? Уже можно. Прошли Рейвенхольм. Да, спасибо, Тайгер. Я вот не прочел твое сообщение, но написал раньше, чем я взял оружие в руки. Спасибо, что напомнил. Купи шампанское, отбейте ачивку. Обязательно. Жалко, только не детское будет, значит. Так, что тут у нас? А я думал, игра зависла, застрял где-то. Бери клавиши мыши пушки. Не. My sugar, my sweet. I play only Steam controller. It's my priority gameplay device. Так, как я могу выбирать-то, кстати, я забыл. Как-то же мы могли выбирать. Очень окошко еще выскакивало такое интересное. Ну, так тоже неплохо. Так, гранаты. Так, это два оружия. Текущее и предыдущее. А как мне... Так. А-а-а. Слушай, как интересно. Вот это крестовина? Это крестовина.
Все видите? Она сенсорная. Я могу выбирать оружие тупо сенсором. Прикольно вообще. Да, типа English man вообще. Вообще English man. Так, до кого ты штырит этот капель? Да капитально, походу, штырит. Совсем. Значит, следующий стрим будем называть как это. Под каплями от насморка. Черт. О-о-о! Черт! Вылетел такой. Так, сколько стрим будет идти, Никитос? До скольки? Он будет идти до... Еще, короче, минут... 18 минут где-то так. О, Тайгер правильно написал. 18. Спасибо, Тайгер. Да, даже путешествуем в Half-Life 2 как целый час и 41 минуту. Выкрикивает при этом... We don't go to Revenor. Yeah! Гранаты все равно не нужны. Здесь гранаты валяются как мусор. Блин, вот игре сколько лет, да? Вот посмотрите на этот пейзаж. Вот делай скриншот, просто убирай все показатели, руку убирай, да? С помощью консольных команд делай скриншот и ставь на рабочий стол. Простенько, но как оно все собрано красиво, блин. Мне нравится. Я просто в восторге. Так, почему-то эти коробки шевелятся. Не к добру. Надо с ним сделать именно вот так. Как классно все разлетелось, это было шикарно. Так, снайпер нас запалил. Главное не прикрываться от снайпера бочкой с горючим. Я думаю, это будет не очень классно. Так, присесть. Ну, почему присесть? Ха-ха! С упреждением бьёшь, да? What? Я, кстати, не помню, что такое было в игре. И оно должно быть, я не сомневаюсь. И это реально круто сейчас было. Мне понравилось. Так, где пистольеро? Где-то должен быть хэдкраб, я его точно помню. Эй, бро! Where are you, my friend? Смотрите, лавка. Лавка, и вот здесь лавка. А! Ай! Ай-яй-яй! А не понравилось, лапа сдернул так. Ай-яй-яй, такой. Не-не-не-не-не. Они такие милые. Милашечки. У Никитоса 386 на струминка. А ты портал играл? Да, Никитос, у меня есть все порталы, я всех их прошел, но не на стриме. Так что они вполне могут быть. То есть просто уже кто-то спрашивал про портал, может даже ты, я просто не помню, кто именно. Я не против портал пробежать на стриме, вообще. Только за. Так, я, наверное, не забросил, да? Нет. Нет. Хорошо, я буду аккуратен. Да что ж такое меткий глаз, кривые руки? Господи, вы видели меня, ребят? Знаете, что я сейчас сделаю? Стреляй в меня. Стреляй в меня. А, мазила. 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 Вы видели, какой снайпер? Вот ему реально надо в CSGO сходить, пострелять, потренироваться немного. Лапка. Шикарная лапка была. Ну, вообще, блин, ну, что-то не подумал. Особенно мило, когда жертва лесу. Они шикарные вообще. Такие ням-ням-ням-ням-ням. Обнимашечки. Кстати, насчет второго портала, как насчет мультиплеера. Я не знаю, Тайгер. Мысль неплохая, но мультиплеер и, точнее, кооператив с мультисоединочной игрой, они пересекаются, но посредственно. Это разные игры. Сначала я пройду оригинал игру, то есть одиночку. Я думаю так. А потом... Если кто захочет, может выкупить редим и поиграть со мной вместе, сыграть в этот. Кстати, да, про подстол. Хороший совет. Спасибо тебе. Шуга. Дельный совет, я даже спасибо тебе. Я также стреляю, как и он. Но думаю, как я, никто не стреляет. Спасибо, сладкий, за совет про сегодня. Хорошая идея. Но сначала мы все-таки вот так сделаем. А, ну да, конечно, это же я. Yes! Уи! Блин, как он жестко упал. Это было очень больно, наверное, да? Слушай, а здесь кто лежит? Человек. Человек, мертвый человек, нет. Ладно. Так, кстати, граната. Я мог никуда не ходить, а просто взять гранату здесь. Нет, мне нужна грейпушка, спасибо. Тут гранат был, а я возвращался. Ну ладно, бывает. Так,
еще 14. Нет, вру. Короче, еще немного времени. Они всегда солдатиком падают? Вот мне тоже интересно. Ну, их, видимо, их там, по сути, модели внутри нету, моделей этих комбайнов. Они резаются, так сказать, и выпинываются каким-то механизмом, скриптом наружу. Че я хожу с этой пушкой? У меня же есть этот... Да, автомат. Так, что здесь происходит? Нет? Так, по-моему, здесь что-то случилось, и я здесь практически не участвовал. О! Чья-то задница. Такой, hello! Сныкался. Рэгдолл таков. Да, Рэгдолл здесь такой. Он хорош, но иногда вот делает вот такие приколы. Слушай, сейчас я получу ту самую винтовку. Ой. Кстати, гранаты можно бросать обратно, но я пока не рискну. От меня, развлекайся. Последнюю гранату он, кстати, очень странно бросил, куда-то за спину себе. Так, тут ничего нету. Вот эта винтовка мне всегда очень нравилась. Сама ее идея и реализация, анимация, перезарядки, все просто на высшем уровне. Кстати, у них ведь разные нашивки, да? Вот такого типа солдат. CT-17, прикольно. Игра классная вообще. Такс. Сейчас мы с этим что-нибудь сделаем. Да, именно так. Патроны. Смотрите, какая она клевая. Придумали же, да? Ау! Ура! Появились едики солдаты с другой планеты по сюжету. Да, клевые ребята. Они, по-моему, с самого начала импульсные, точно. Шугар у нас мега крутой фанат игры. Смотрите, как красиво. Вот, не шикарно, а? Вообще просто аж. Глаза на лоб лезут от красоты. У меня язык уже заплетается. Нет? Как нет? Какуля? А эти обычные же метрокопы, стандартные, они же тоже из другой планеты. Это как? Они абсолютно такие же. Разве нет? Ну, одеты чуть по-другому, ну и выглядит чуть иначе, но... Так. Какая же она классная, господи. Слышите звук? Вау! Ой, привет! Hello! Такая... What? Get out of my hair! Типа, провали из моей тачки. Где моя тачка, чувак? Еще звук этих хлопанья... Не путай меня. Солдаты Альянса, другой планеты, захватчики, да, а? А метрокопы тоже, по сути, с Альянса и тоже, по сути, захватчики, нет? Солдатики люди. Ты говорил про них. Заплетак языкается. Именно. Человые молодейки. Заплетак заикается. Вкуснет пахнет. Просто жесть. Ну, чайка, ты будешь лететь отсюда? А, я понял. Я все понял. Хорошо. Ладно. Ладно, ладно. Слушай, я не могу сюда залезть. Ну, как так? Я помню, в Counter-Strike даже можно залезть в эту машину. Сюда здесь нельзя. Видимо, она нас просто не пускает. Ладно, хорошо. Оставайся одна. Окей. Ладно. Вот и пойду. Вот как раз всю игру идем в Зюзю. Так, что у нас там дальше? Where cabbage first to tread. Получаем после уничтожения первого штурмовика на побережье сюжетное. Окей, нам это пока не интересно. Так, сами мне тут подсказывали, где я должен находить эти. Просто смотрю сейчас этот оверлей открыл, смотрю. Тайники. Не вижу тайников пока. Ну ладно. Думаю, если побродим, то что-нибудь да найдем. Чайка жирная. Да. Настолько жирная, что даже в машину нельзя залезть. Точно. Я про солдатиков Альянса. Да я понимаю, какуля. Вроде понимаю. Насколько могу, понимаю. В общем, я так думал. Видели наверняка здесь постер или трафаретную граффити такую. Сначала обезьяна, потом человек, и потом такая морда, знаешь, с плоским затылком и с противогазом в разрезе. Это солдаты Альянса. Метрокопы и солдаты Альянса, они, по сути, одни и те же создания. Просто различные подготовки. Это гибриды инопланетных существ с людьми. Их специально создали Альянс для того, чтобы людям было проще воспринимать... их воспринимать в целом. Это как, знаешь, сейчас люди изобретают роботов,
Так. Входим. Хорошо, обходим. Боже, это было жестко. Для того, чтобы. Как люди сейчас делают роботов, похожими на людей, чтобы было приятнее, как бы привычнее. Адаптироваться легче, я не знаю, как это еще называется. Никитос угостил Ревлобота вкусным брауни-кексом. Он тебе не скажет спасибо, я скажу и тебе за него. Спасибо, Никитос. History и Вики почитай. Альянс якобы предлагал людям бессмертие и превращал их в киборгов. А, даже так. К другим расам это тоже относится, но именно комбайны — это люди. Альянс такой заботливый. Вообще шикарный альянс. Почему я постоянно бота угощаю? Не знаю, Никитос, тебе ему везет. Так, здесь стоит полазать, кстати. Здесь можно наверняка найти какой-нибудь тайник. Какой-нибудь из кузов, не знаю. Обычно тайники еще обозначаются знаком этого лямбды. Так что, если мы его заметим, рядом есть тайник. И стоит поискать. Там есть что-нибудь? Ничегошеньки. Боже, игра древняя, а у машины есть отражение, просто освещение хотя бы. Это круто. Альянсы сделал комбайнов киборгами, то есть они уже не совсем люди. Ты сам все сказал. Короче, я не понимаю, кто к кому обращается. В общем, мы разрешили проблему. Кто здесь? Короче, комбайны — это люди, превращенные Альянсом в роботов, киборгов, инопланетян, своих подчиненных. Такая тема, короче. На этом мы остановимся, да? О, Никитос, кушай яблоки, угощайся. Приятного аппетита. Не болей. О, все, было прострелено. Это хорошо. Так, ну-ка не плакать там. Все? Что-то Альянс быстро сдался. Он в этом мазывается нашими кексами. Да-да-да. Эй! Музыка грустная. Гордон Фриман, у тебя получилось. Да. Мы говорили с Алекс. Посмотрю, смогу ли я связаться снова. Давай. За мной. Ладно, сейчас, подожди. Надо пушки собрать. Эти тут. Давайте все вместе. Валяются такие друзья. Так, стариков нет? Вроде нет. Да ладно, они все время, они так и будут говорить мне, сюда, Гордон Фриман, давайте, Гордон Фриман, камон, Гордон Фриман, живее, Гордон Фриман, Гордон, где наши претензии, сюда, доктор Фриман. Во, началось, ух ты, смотрите, какое освещение через окна, зеленоватое, по-моему, раньше такого не было, это уже добавлено, да, именно сюда, так, доктор Фриман. Да иду я, держись, мужик, держись, ты поправишься, все хорошо, тебе двое помогают. А я, наверное, пойду. Идем? Сюда, доктор Фриман. Иду, хорошо, идем. Сейчас будет загрузка. Должна быть, по идее. Это Леон, у нас все чисто. Ой, и Леон. Здесь Гордон Фриман. Классное имя. Доктор Фриман, да. Вы шутите? Да, нет. Я была на связи с Алекс. Они схватили ее отца. Сюда, доктор Фриман. О, мистер Вартиго. Без Илая Венца нет освобождения. Это точно. Алекс, это Леон. И со мной Гордон Фриман. О, Алекс, привет. Гордон, ты прошел через Ревенхольм. Да. Слава богу. Мне нужна помощь. Они захватили моего отца. Его увезли в Новый Проспект. Вартигонты выследили корабль, на котором отправили его и Джудит Мосман. Я должна поехать туда, пока еще поезда ходят. Вот тут-то ты и вступаешь в игру, Гордон. Окей. Мне нужно, чтобы ты пробрался по берегу до Новый Проспект. Раньше ладно. Это была тюрьма строгого режима. А сейчас кое-что похуже. Но я все же думаю, что легче пробраться туда, чем выбраться оттуда. Ты хочешь, чтобы он шел по берегу? Он не продержится. Скоро вылупятся муравьиные львы. Пускай вылупляют. Поэтому я и звоню, Леон. Я надеялась, что ты сохранил внедорожник, который мы оставили тем летом. Ну, тот, на который отец навесил да, там. Да, хорошая идея. Подожди. Норика, выводи багги и припаркуй его. Поведет Гордон Фриман. Хорошо. Я установила ящик с боеприпасами сзади. Как раз вовремя. Окей, Алекс. Кстати, вот это интересно, Сахар, ты рассказываешь. То, что страйдеры, охотники, штурмовые и так далее, это киборги. Но я понимаю, что они киборги. Я понимал, что это какое-то существо, совмещенное с какими-то технологиями, электроникой, там, чем-то подобным, боевое что-то, да? Я думаю, это чисто изобретение Альянса. Это их создание. Типа, знаешь, как взял дельфина, придел к нему пулемет и пустил в воду. И такой боевой дельфин.
Если это другие расы и вообще других миров, то это реально жутковато даже. Они тупо коллектируют себе из разных миров армию. Мы готовы. Это жутко. Спасибо, Леон. Гордон, я не ездила по берегу больше года, но у меня нет причин полагать, что там стало безопаснее. Окей. Ищи меня на станции, где разгружают поезда. Береги себя. Увидимся в Новый Проспект. Пока. Пока, Алекс. Это... Окей, док, перед дорогой тебе нужно запастись аптечками, патронами, проверить карту, посмотреть, куда идти. Если поможет, в машине ящик с боеприпасами. Обязательно поможет. Будь в машине, используй гидранты, ладно, и не будешь уступать муравьиным львам. Я сообщу на базу о твоем прибытии. Бей вызывать новую молодец. Молодец, как слышно? Мы помним. Бери вызывать НЛО. Бери вызывать новую молодец. Одесса, как слышно? Берег вызывает НЛО. Так, мы сейчас где-то находимся вот здесь. Карта устарела, но маршрут до Нового Проспект вроде бы ясен. За дорогу здесь я не ручаюсь. Мы потеряли связь с некоторыми постами. Ну, предстоит неплохо прокатиться. Берег вызывает НЛО. Ладно, берег вызывает новую молодец. Одесса, как слышно? Экзит. Я похож на Альянс? Да нет, вроде. В какой игре? Наверное, это игра называется Skyrim, да, Тайгер? Надевать ведро или там котел кому-то на голову. Например, до сих пор непонятно, кто для нас в Артигонте. Бери вызывать новую молодецу. Одесса, как слышно? Шоссе 17. Ты рисковато стал подталкивать. Здравствуйте, доктор Фриман. Машина готова. Запрыгивайте, я опущу вас на пляж. Окей. Такая девушка работает на кране. Молодец. Раньше этих пейзажей не было, и штучек на заднем фоне. Это добавлено с апдейтом. Раньше были просто скалы и все. Кстати, в бета-версии вот это место было полузимним. То есть берег был слегка замерзшим. И где-то в той стороне стоял корабль. Как он называется? Там легендарный корабль, доктор, который Фриман, все мечтают увидеть. Доктор Фриман, машина готова. Ладно, подожди, сейчас. Кстати, здесь наверняка можно погулять и найти тоже тайники. Уверен. Уверен. Да ладно, нельзя? Как так? Так, слушай сам, кто я. Я не хочу общаться с тобой. Ребят, в чем проблема? Что там за ссора у нас? У нас на канале нежелательно ссориться. Правда. Не обижают друг друга и все такое. Давайте, помиритесь немедленно, я вас заставляю. Там можно захватывать территории и. Доктор Фриман, машина готова! Можешь модернизировать. А, вот ты о чем, Тайгер. Все, понял. Спасибо, что пояснил. Да со мной разговаривать, я не знаю, как с кем. Возвращайтесь наверх, Фриман. Машина на причале. Ладно, сейчас, подождите чуть-чуть. Я не помню, у меня была где-то штука. Кстати, здесь нет тайника. Здесь вот. Мне кажется, пару тайников мы все даже пропустили, и это очень обидно. Повторяю, поднимайтесь на причал. Да сейчас поднимусь. Короче, я спать. Всего удачи. Давай, Дэймон, спасибо, что заходил. А, кстати, уже полчаса, и нам наверняка тоже надо закругляться. Наверное, здесь закончим. Ну, доктор вот, Фриман, машина гад. Машина гад, да. Давай, Дэймон, спасибо, что заходил на стрим. Спасибо тебе огромное за общение. Ребят, не забывайте про Дэймона, тоже заходите к нему на стрим. Чувак отлично стримит. Интересно бывает посмотреть. Това! Това! Вот, такие дела. 2 часа 2 секунды. Без базара. Окей, ладненько. Так, я что-то в чате пропустил, по-моему. Там был какой-то объем, который хотел прочесть. Ну-ка. Даже враги людям. Скорее, даже враги людям. Ну, поначалу игры, да, они выглядят как враги, эти вартигонты. Но сейчас они тупо как-то они вместе работают, я не знаю. Видимо, им пришлось объединиться с нами для борьбы против Альянса. А так, они были враждебны. По первой части, помним. И Сахар, и Стас, не ссорьтесь, пожалуйста. Правда, какуля. Не надо. Я хочу, чтобы вы, если не обнимались там, не целовались, то хотя бы просто дружили. Ладно, давайте закругляться. Спасибо всем, кто пришел на стрим. Не теряешь мои стримы. Твои стримы? Ты стримишь? Сладкий. Если ты стримишь, я только за, правда, я не знал. Давай, Тайгер, счастливо. Всем спасибо огромное. Желаю всем на неделе порядка и благополучия.
благополучия. Хороших снов, не болеть и приходить на следующий стрим. Он будет в пятницу. Если будут какие-то изменения, смотрите в группах в Стиме и ВКонтакте. О, Тайгер, посуду мыть. Но зато когда помоешь, чиста совесть будет. Тоже хорошо. Нет, я его выключу. Когда стрим заканчивается и приходит в режим офлайн, он сам вырубается, кстати. Обновление вышло. Нет? Негодяй. Но я бы посмотрел твои стримы, правда. Давайте, всем, ребят, спасибо, кто сегодня приходил. Был рад всех видеть. Увидимся на следующем стриме. Обязательно приходите снова. Все, всем пока. Спокойной ночи. Еще бы ты